Ірина Ковальська – учасниця ультрамарафонів. Бігати жінка почала майже 2 роки тому. У квітні 2018 року на 45-й одеській сотці з поясу слави подолала дистанцію у 100 кілометрів, яку Валентина пробігла за 15 годин. Наступну перемогу отримала у Вінниці на чемпіонаті України з дводобового забігу на дистанції 150 кілометрів, які подолала за 24 години. Перше місце в жіночому заліку. Пробігати такі відстані Валентині допомагає спеціальне тренування. Про нього вона сьогодні і розповість. Доброго ранку! Починаємо свій день спортивно, здорово і на свіжому повітрі. Сьогодні в рубриці «Спорту із відомими та успішними» героїня, яка витримала найдовший біговий марафон в Україні. Валентина Ковальська, доброго ранку вам! Доброе утро! Своє утро я починаю зі стакана смузі. Якщо немає можливості приготувати смузі, це просто стакан води з лимоном і з різних спортивних упражнень. Упражнення можуть бути немножко, як і з йоги, але вони мені допомагають взбодритися, розтягнутися і почувати себе комфортно цілий день. А сейчас выполняем одно из самых легких, простых и очень эффективных упражнений. Это обычное приседание. Оно особо актуально для девушек, которые хотят подкорректировать свою фигуру и сделать свои ноги красивыми и стройными. Ноги ставим на ширину плеч. Руки вытягиваем перед собой. Упражнение выполняем в полуприсед. В данном упражнении вы должны почувствовать, как тянутся ягодичные мышцы. Если есть дома гантели, это упражнение можно выполнять с гантелями. Оно просто усилит действие данного упражнения. Такие упражнения можно выполнять 3-5 подходов по 15 раз. Одно из любимых моих упражнений – это растяжка и вытяжка позвонка. Мы растягиваем заднюю часть ног и вытягиваем немножко позвоночник. Выполняется это упражнение на любой твердой поверхности. Ну, в данном случае я на лавочке, мне очень удобно. Я сейчас в кроссовках, но если вы выполняете это дома, это будет немного проще. Указательными пальцами хватаемся за большие пальцы ног и стараемся с силой себя растянуть. Локти при этом стараемся разводить в стороны. Данное упражнение выполняем, ну, стараемся удерживать его около минуты. Следующее упражнение, самое распространенное и классическая планка. Данное упражнение укрепляет мышцы кора, корректирует талию. И старайтесь это упражнение держать не меньше минуты. Валентино, в який момент ви перейшли на правильне харчування та активні заняття спортом? Я всю жизнь была очень активной, мне нравились бегающие люди, ну и вообще люди, которые занимались просто спортом. Вот. И в один определенный момент это, ну, как бы дало свой выход, я просто начала бегать. Ну, изначально это были маленькие дистанции, а потом как-то, ну вот, оно само постепенно перешло в длинные. На правильное питание я перешла... Ну, уже после того, как начала очень много бегать. Просто когда ты держишь такую дистанцию, надо и соответственно кушать. Найдовший ультрамарафон у Вінниці – це ваш перший добовий забіг. Що вам дало сили витримати такі навантаження і добігти до фінішної? В Вінниці я пробіжала 150 кілометрів за сутки. Що дало мені сили? Ну, во-первых, этот ультрамарафон сам по себе називається самопревосхождение. Вот хотелось как бы превзойти себя, понять, что ты можешь. Потому что люди на самом деле очень многое могут. Я тренировалась уже несколько месяцев так плотно, ну, для такого забега. Во-вторых, это питание. И, конечно, очень большая помощь была от нашей команды. Нас очень много, и бежали мы как бы, ну, как не таким большим составом, но очень большая была команда помощников. Благодаря нашим ребятам все получилось. Поделитесь впечатлениями после того, как вам сказали про перемогу у своей дистанции. Ну, конечно, это очень приятно, когда ты получаешь медальку, тебе вручают кубок, это, ну, эти чувства, ну, как бы ощущения, ну, они просто непередаваемые.
Очень приятно, но опять же повторюсь, это все благодаря команде. Очень большая була підтримка. І від вас мотивація та поради для тих, хто тільки хоче почати бігати. Скажу просто. Виходьте на вулицю, починайте просто бігати. Или заниматься каким-то другим видом спорта. Вот мне сейчас 46 лет. Я чувствую себя, наверное, намного лучше, чем 10-20 лет назад. Но это все благодаря бегу.